Всем привет, зрители, подписчики канала на YouTube. Итак, уже 30 марта, и за окошком у нас идет снег. С утра мы с ним с Илюшей вышли в садик, просто обалдели. Как-то с утра даже в окно не глянула. Прямо снег лежал, ну, немного, конечно, но лежал на земле, на траве. И сейчас, потом выглянуло солнышко, все простаяло, и сейчас опять порхает снег. И причем такой уж не слабенький. Что у тебя горячее? Всем привет! Всем пока! Ой, ты что, Владик, уже все? Не успел поздороваться, уже прощаешься? Так, мы уже позавтракали. С детками Владик себе с утра делал уроки. Уроки. Что о-о? Сейчас я посмотрю о-о. Не хочу больше делать. Вы будете о-о сейчас. И сейчас пьем чай. А ты будешь чай? Буду. Кто чай, кто кофе пьет, да? Мама, чай. Кофе, детки, чай. А это что вода стоит? Ты просила пить, Вероника. Это вот это. Ну вот тебе пей чай, да. Так, с булочками, с печенюшками. Так, вот это. Ну ты взяла печенье, кушай, Вероника. А ты хочешь все брать, все и сразу. А, еще поела. А, все поела? Давайте скорее кушайте. Это я сегодня тут утром подъедал булки. Кто бы сомневался. Я знаю тебя. Смотрите, как я... Молодец, кушайте на здоровье. Кушайте на здоровье, самое главное. Вероника, у нас всю сахарную пудру слезала со всех булок, да? Вредная девочка. Я. Владик слезал? Да ты что? Да, уж погода преподносит сюрпризы. 30 марта. Идет снег вовсю. Это уже весна. Да, уже прошел целый месяц весны, Владик. Весны. Так, ладно, давайте пить чай. Мама будет проверять Владика уроки. И скоро уже собираться в школу. Доченька, а что ты делаешь? Подметаю. Подметаешь? Да. Ты убираешься? Да. Вероника у нас здесь принесла палатку себе, домик сделала. Подушечка только полагается. Смотрит Барбоскиных. И параллельно у нас убирается, да? Да. Мама просто начала убираться, а там как раз еще и мультики убирались. И Вероника тоже, дай мне веник, я буду убираться, я буду наводить порядок. Такая помощница у нас растет. Чтобы у нас чисто было. Чтобы у нас чисто было? Правильно, моя хорошая, чтобы у нас чисто было. Ты не помощница? Да. Да. Владик ушел в школу, вот так мы подметаем. Убери руки оттуда. А Илюша ушел в садик. А ты что, растрепанная бегаешь? Где твоя резинка опять? Там. Он там? Он должен быть на голове у тебя, а не он там. Тут нет. Ну, понятно, нет, то, что ты сняла ее, да? Все. Все. Убралась? Нет. Нет еще? Старается. За окошком у нас только что шла прямо метель такая была, я как снимала в Инстаграм. Сейчас прекратилось очень, ну, как бы, минут 15 мело. Сейчас снег кончился, маленький порхает только. Да, короче, март преподносит сюрпризы. Казалось бы, уже такое тепло, у нас было, и все повысохло, и на тебе опять снег. Все, дочь, да. Убралась? Да. Да ты что? Ой, устала? Ой, бедненькая моя, бедняжка прямо. Так, мама будет монтировать влог наш вчерашний. Вчерашний. Да, и скоро будем с тобой спать. Как это? У-у. Я хочу на улицу. На улицу? Да. Нет, вечером на улицу. Не у-у. Вот мы уже идем за Ильюшей, прошу. И Вероника за это время поспала, покушала. Я пока занималась делами домашними по мелочи. Не стала с ней полностью убираться. Наверное, завтра я это после больницы сделаю. На ужин солнечная погода. Да? Даже не скажешь, что с утра в первой половине дня шел снег. Что там? Что? Горка там? Да, горка там. Все еще... Нет, еще не высохло. Смотришь, снег шел, Ильюш. Как она может высохнуть после такой погоды?
Только сегодня было мокрое, еще все сырое. А вечером выглядело солнышко, чудесная погода. Но все равно прохладно. Как ни крути. Давай. Куда ты идешь, Вероника? Садик. Садик. Илюша добирается. Да. Нам еще наш Владик не звонил. Где он? Да, сейчас надо позвонить будет Владику. Забрали мы Илюшку из садика. А что ты там хочешь делать? Мы подостали все ваши будки, да, все пооткрыли. Уже. Что ты там хочешь сделать, Илюш? Что ты делаешь? А всем привет. А, снег ваш? Ой, без снег, песок ваш? Да. Ну, а зачем ты открыл, показать нам? Что вы здесь играетесь? Илюш, пойдем, не надо открывать. Мы и так знаем, что тут у нас песочница. Со всеми вашими игрушками, оставшимися. Где? А, это вот эта горка у вас такая? Это мы сегодня делали. Да ты что? Ну, закрывай, давай, давай закрывать. Да. Вот, все, открыл? Справился? А всем привет, будешь говорить? Привет. Пойдемте вон с Ярославом, пойдемте в сторону дома. Пошли. И Ярослав идет, все идут, и Сонька, пойдем. Взял тележку. Владик пришел со школы. Наш уже, ты уже здоровался сегодня. Еще раз. Еще раз, да? Ты сама повезешь? Я с тобой отпусти, повезу. Отпусти, пускай сама везет. Ну, это значит, повезет. Илюша, отпусти, не надо. Зашли в пятерочку, нам надо купить молока, оно закончилось Я дома. Рисую. Ну-ну, молодец, она же даже с места не сдвинет его. Хотела смотреть, например, огурцов, но что-то не знает. Повезла. Вероника. Так. То есть все мы купили. Пойдем. Не пошли, Владик, разворачивайся отсюда. Нам в эту сторону не надо, тут спиртное одно. Так, Веранька, поехали домой все. Соки. Не соки. Куклу хочу, это хочу, все хочу сразу. Так, ну что, мы уже дома. Что там у тебя красиво опять? Все там у тебя красиво. Нет, не буду показывать. Почему ты не будешь показывать? Ну-ка покажи нам скорее. Что ты там себе нарисовал? Нет, там некрасиво. Как это некрасиво? Там некрасиво. Красиво. Нет, некрасиво. Это что такое? Расскажи нам. А, это... Четыре мы уже раз это поставили. Это весна. Весна. Вот это... речка протекает, тут льдины, тут подснежники, ну так понаставлены. Потом это березки, тут чуть-чуть меня краска слезает. Спасибо. С листом. С листом вместе, да? Да. Пойдемте лепить сейчас. Тут березы, я только вот черного забыл добавить. А, ну вот. Тут горы. Поэтому тебе 4 за это, да? Потому что есть нюансы, недочеты. Тут горы, дерево и чайки. Молодец. Так, завтра у нас в школе. Что у нас завтра в школе? Рассказывай нам. А завтра мне придется соревноваться за класс. Да, завтра у нас в школе будет соревнование, бег на 200 метров, да? Да. Сколько у вас с класса человек? 10, но это если считать с девочками. С класса 10 человек? Да. Ничего себе, так много. Ну, это считать, если девочек тоже, потому что и мальчиков 5, и девочек 5. А, 5 мальчиков, 5 девочек, будет, да, от класса от каждого? Mm-hmm. 200 метров они будут бежать, короче, ну, там... Ну, это будет... Да, Владик, ты больше бегаешь на футболе. Ну, в общей сложности больше бегаешь. Ничего страшного не случится. Давайте уж там покажите себя. Вас, получается, будут снимать с урока, да? С уроков? С одного. С одного урока, да, будут снимать вас? Как обычно, у меня кончилось место на камере, я уже вечно забываю с телефона удалять. Ай, что это такое? Это что у тебя такая арка? Да, арка. Вот, поэтому спасли так израсходится. А это у меня качкач. Это качель. Качкач, покажи свои качкач. Где твои качкач? Покажи. Вот такие маленькие качкач. Ну, вот, Лера, после этого улетает просто. Качкач. Качкач, качкач. Так, что мы будем кушать? Гречку будем кушать? Либо рис. Не, будем есть гречку. Будем есть гречку? А я буду гречку. А когда мы будем картошку фри делать вкусное? Скоро будем делать картошку фри вкусную. Скоро. Так, давайте, что мы будем лепить с вами? Доставаем эту книжечку, Илюш. Доставаем эту книжечку. Вот давай это. Что-нибудь найдем, мне интересно, чтобы, вам, будем... чтобы вам понравилось. И будем лепить. Раника, сядь поудобнее. Сейчас посмотрим. Давай, мама. Сейчас выберем.
Да, пластилин. На Новый год пластилин. Ой, да, Новый год. Так, елочку сделай. Сейчас что-нибудь будем лепить. Елочку. Подарочки, елочки. Сейчас посмотрим. Ну что у нас? Готово, Дед Мороз, Снегурочка. Вероника, убери руки. Снеговик на основном сделан. Вот такой у нас Дед Мороз. Клоун. Дед Мороз клоун. Она больше похожа на свинку. Снегурочка наша. И Снеговичок. Вот такая у нас семейка. Уберите ручки. Вероничка, поставь, пожалуйста. Вот. Ну нет, давай сюда поставим. Ну и аккуратненько. Фокус. Снеговику уже помяли нос. Ой, такая у нас. Мы уже смеялись от души. Потому что на Дед Мороз не хватает ни красного цвета, ни белого цвета. Ни на шапку. А какой-то свинка поп. Вот это вот пятачок, правда, вот с нос, а вот это вот ушки. На ушки. Да. На ушки. Короче, весело у нас тут. Так, Вероника, Вероника, не надо ничего уже прилепливать к Морозу, пожалуйста. Вот ой, снеговику. Спрячьте. Все, пошла я мыть руки после пластилина. Пластилин, снеговичка. Все, снегурочка, Мороз такой чудной. И, короче, все готово. Закончили мы уже лепить. С детьми, чтобы налепили снегурочку, как мы показали. Вообще дети зато довольны и бегают, и показывают все снеговика, снегурочку свою. Я поставила детям варить на гарнир гречневую кашу, пускай там он варится. И я сама очень долго думала, что приготовить такое, что хочется легенького, решила сделать себе кабачки в кляре. Разрезала кабачок, сердцевину вырезать не буду, потому что, в принципе, тут семечек практически вообще нету. И сейчас делаю кляр. Если раньше я всегда делала, взбивала яйцо просто, и затем обмакивала в молоко, ой, в муку, то это немножечко как-то неудобно, потому что мука липнет к рукам постоянно. Поэтому сейчас я буду делать, разобью два яйца в миске. Добавлю молока и все это перемешаю. Молока тоже не очень много. Много. Хватит, достаточно такого будет хватать. Так, я все взбила, теперь у меня осталось чуть-чуть совсем муки после вчерашних булочек пшеничной. Потом добавлю еще сюда ржаной. Ну, какая, в принципе, разница, все равно тут для кляра. Добавляем, чтобы она была... И сейчас будем все взбивать. Так, ну что, наш кляр готов. Он мне получился немножко темноватый за счет того, что там присутствует ржаная мука. И поэтому немножко темный. Уже такой густой. И сейчас буду каждый кусочек окунать в кляр и затем на сковороду. В сковороде должно быть масла, в принципе, достаточно, чтобы они там спокойно могли плавать. Потом этот весь лишнее масло выложено по центру, чтобы оно сошло. Так, да. Все, окунаем, потому что здесь неудобно шоколадику снимать. Кабачки уже готовы в кляре, такие они получились у меня. И тем временем я сделала соус. Соус у меня будет из сметаны и чеснока. Сейчас я все хорошо перемешаю чеснок с сметаной. И можно будет кушать. Мне такого остренького захотелось. Долго думала, что поесть. В итоге придумала. Так, деткам сейчас накладываю гречневую кашу. И мне разогреваются котлеты. Накладывай. Так, ну что, мы... Мы уже в столовую. Мы котлетки едим, у нас наггетсы готовы. Какие наггетсы? Кабачки в кляре. Все сказали? Все рассказали? Это блинчик. Это не блинчик, это кабачок. Будешь такой пробовать? Илья, подожди, все немножко остынет. Сейчас внутри он будет горячий еще. О, господи. Вкусно. Вкусно, конечно. Ну, горячо. Горячо внутри, я же говорю, что я сейчас специально отложила их, чтобы они остыли немножечко. Так, ну что, я буду тоже кушать кабачки с соусом, как сказала. Детки, гречку с котлетками. Это можно? Завтра на Сладику на тренировку не попадает по футболу, потому что... Подожди, Вероника, можно сейчас попробовать все, что хочешь. Только подожди. И самое завтра страшное. Ой, да ладно, Владик, все, не переживай, все будет хорошо. Завтра в школу, потому что Владику надо быть в 12:40 уже в школе, а он, получается, приезжает с футбола
как раз 12-15, 12-20, грубо говоря. Ты ему вообще не по... Что ты? Ты так и приезжаешь из футбола. Владик, несмотря на то, что ты тренировки перенеслись на полдесятого, точнее, с 10 на полдесятого, все равно ты приезжаешь в первом часу домой. А в первом часу тебе надо уже выйти из дома будет завтра. Мама, на тяжелом участке там... Плюс там набегаешь на тренировки, там бегать, а в субботу финальная игра и как бы... Сейчас поломаем тебе, Вероника, сейчас. У нас на тяжелом участке там забивают вот это, делают другое. Да, на, получается, на у них вот участок, который рядом с Ильюшкиным, да, там был типа спортивного участка делали, и там была стояла горка. Доставай. Сегодня ее перенесли с этого участка на участок Вероники. Да. Теперь эта горка стоит на участке Вероники. Так удивлен? У меня была горка. Мне вчера звонила воспитательница, просила собрать родителей, ну, мужчина родителей, кто может подойти. Мама моя. Да, твоя, Янина твоя звонила. И моя Янина. Твоя Янина. Чтобы родители выкопали и принесли горку, на место поставили. К ним, точнее, к ним на участок теперь. Нет, там еще горка стоит. Там другая горка стоит. Не та, не ту большую, это маленькая, Илья. Небольшую горку. Нет, которого окна на своем участке там большая. Ну ладно, все. Потом покажем, когда она будет стоять на Вероникином участке. Так, все, детки кушают. Я тоже кушаю. Моем посуду, моем обувь. Мне нравится. Когда красавица. Я улыбаюсь. Наслушался у меня песен. Ну, наслушался у тебя песен, да. Так, ну что, давайте прощаться. Всем пока, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем до встречи, всем пока. И не забывайте оставить комментарии. А также не забывайте поставить лайки. Вот так вот. И ставьте лайки. Тише. Тише. Все. Всем приятного просмотра, хорошего настроения. Всем пока-пока.